Всем привет! Вы на канале Зимы Татьяны, и это The Peta. У нас сегодня прекрасный квест. Я случайно его нашла и хочу с вами им поделиться. Но прежде подпишитесь на канал, на соцсети, все ссылочки будут в описании под видео. А также заходите в плейлист «Во что поиграть», там мы разбираем новые игры. Итак, я искала одну локацию, но наткнулась совсем на другую. И знаете, она мне больше понравилась. Ну что ж, поехали. Итак, у нас Escape School. Побег из школы, ребята. И, кстати, несколько. И в одном, и в другом есть такие небольшие квесты. Возможно, в следующем видео или там через видео я вам еще один покажу. Итак, я просто с нуля разбираюсь и показываю вам. Показывают, что мы какие-то пазлы собираем. Итак, нас отправляют в школу, и предметы, которые светятся или как-то выделяются, их с ними надо взаимодействовать. В данном случае нам надо рычаг нажать, чтобы открылась дверь. Дальше нажимаем на дверку и проходим. Если в комнате есть, например, какие-то таблички, вот видите, здесь подсказки, или какой-то светящийся предметик, подбегаем, и если ручка есть, то нажимаем на ручку и этот предметик берем. Вот видите, ручка показала, что там ключик. Значит, смотрите, в эту игру, в этот квест можно играть как одному, так и с друзьями, да и, в принципе, сторонними ребятами. Так, значит, здесь. Опять же, ребят, если бы я проходила это заранее, я бы быстренько вам показала, но тут я сама тут разбираюсь. Значит, видите, не просто так. Там есть код, который надо запомнить и ввести, тогда у нас что-то откроется. Вот коробочка, и там будет ключик. Ключики я пока не знаю для чего. Ну, точнее, я это знаю, да. Но по квесту я тогда не знала, для чего ключи нужны. Ну, может быть, двери какие-то открывать. Ясен пень, для чего еще нужны ключи. Так, здесь я сначала не поняла. Думаю, может, какие-то кнопки нажимать. Но нет, тут подбегаем. Тут еще на столике лежит один ключик. Забираем. То есть, смотрите, у нас 4 ключа. У нас инвентарь полон. Больше брать нечего. Но это самый первый, самый простой. Просто нажимаем на синюю кнопочку, ключики автоматически вставляются, и уровень пройден. То есть у меня 3 минуты 25 секунд. Ну, так, грубо говоря. Итак, что у нас есть? То есть мы вышли из школы. Мы можем, кстати, заново, мы с вами заново пройдем. Не просто так. Квесты, кстати, не повторялись. Здесь нас подсказки подсказывают, что там делать, какие-то пазлы собирать, но у меня там 110, но видите, у меня рейтинга пока нет. Я пока не в рейтинге, ну что, я первый раз зашла. Смотрите, еще какой вариант, бегать, кстати, по стадиону, собирать эти ключи. Там очень их много, я просто сократила вам до минимума. Ну и вот эта радужная площадка, это старт заново. Итак, второй этап. Все отличается, я думаю, будет повторяться, но нет. Значит, нам нужен ключик теперь, чтобы выйти из комнаты. Дальше я буду вспоминать сама. В общем, ребята, те двери, которые не открыты, значит, мы туда забегаем и смотрим. Если светящихся предметов нет, значит, бежим дальше. Так, здесь посмотрим. Здесь тоже что-то я ничего не вижу. Так, вот, еще одна комнатка. Вот, отлично. Нажимаем рычаг, и должна открыться дверка на второй этаж. Но тут больше некуда ходить. А, на, точнее, даже не на второй, а на нижний этаж, на первый. Так, ну давайте посмотрим. Открывается, открывается. Здесь что-нибудь есть? О, ключи. Забираем. Побежали дальше. Так, вот с этим я, честно говоря, если кто-то вдруг проходил, пишите в комментариях, как эта коробка открывается и что для этого вообще надо. Я, честно говоря, не разобралась. Там у нас дверка какая-то закрытая пока что. Мы туда войти никак не можем. Здесь у нас ничего нету. Дальше, дальше побежали. Так, в этой. Здесь. А, вот, смотрите-ка. Угу, ключик забрали. И тут какая-то странная коробочка. Ну, так как мы квесты проходили, понятно, что надо в определенном порядке. Можно было, конечно, подбирать наугад. Вот я попробовала, но не фартануло. Значит, соответственно, надо где-то искать код. Пока туда я тоже не могу зайти, значит, будем дальше искать. Тут что-то я решила по второму кругу пробежаться. Не,
Так, будем искать закрытые двери. А, вот еще одна. О, какой-то библиотека. Сердечко забрали. Так, ну сердечко явно не вставлять. Хорошо. О, у нас открылась дверка, которая была закрыта. Ну, давайте побежали туда, к этой дверке посмотрим. Так, больше у нас ничего нет? Ничего. Побежали. Так, что у нас там будет ждать? Я думаю, наверное, какой-то код. А, вот, нам код. Ну, надо запомнить. Ну, я, ребят, я посмотрела, но я не запомнила, вот реально. И дальше вы увидите, что я просто тыкала наугад. Я помню, что какая-то комбинация, а вот как и в каком порядке она была, я совсем забыла. Так, хорошо, дальше побежали. Ну что, надо... А, вот еще один ключик. Так, все, бежим. Ну, сейчас попробую наугад. С какого раза у меня получится, я уж, честно говоря, не помню. Я помню что-то... Нет, вот как раз неправильно, надо было с зеленой начинать. Нет, зеленая, вот это да, вот так вот все. Вот сейчас я вспомнила, запомнила. Так, ну что, побежали дальше. Все, у нас ключики все, по-моему, да? Так, все, 8.42. Ну, долго я там бродила, видать. Ну и квеста подлиннее будет. Так, ну что, у нас место в рейтинге есть или нет? Сейчас посмотрим. Откройте мне рейтинг. Оу, ей! Я вторая. Представьте, я всего лишь выполнила 2 квеста. Итак, последний, третий. Ну, последний в ролике, да, но я так думаю, что не последний. То есть можно попробовать. Если после третьего раза будет опять повторяться первый этап, то это, конечно, неинтересно. А если будет дальше усложнение, то да, вот с третьим я немножко тут потупила. Ну, я потом расскажу, почему я потупила. Так, значит, дальше, ну что, побежали тут смотреть. Тут ничего нету. Так, тут дверка открыта, закрыта. А, открываем, все, супер. Больше ничего нету, побежали дальше, все, открываем. Нет, не открываем. Да, открываем, все, больше нечего тут ловить. Так, открываем дверку. Так, замочек, ключик есть, отлично, побежали. Так, что у нас тут? Вот голубое сердечко, краски какие-то надо взять. Еще одна краска. И еще одна краска. А, нет, это ключ. Угу. Ну, окей. Инвентарь у нас заполнен. Подвигаем. Ну, что, я взять могу? А я не могу взять. Вот я стояла как раз и тупила. Почему я не могу взять? Потому что у меня инвентарь, видите, был заполнен. Поэтому обращайте внимание, что от чего-то надо избавиться, чтобы взять какой-то предмет. Вот поэтому я долго тоже этот квест проходила. Тут я нарисовала. Я не знаю, правильно я нарисовала или неправильно. Но, в общем, красную краску я выбрала. Что-то мне написали. И я стала бежать дальше, искать. Вот, смотрите. Отлично у нас. Тут ключики, ключики. Вот, опять, видите, я не могу взять, потому что, блин, инвентарь. Я стояла, наверное, 3 минуты, тупила, думаю, ну почему у меня никак не берется? Значит, просто бежите к двери, лишние ключи вставляете, освобождаете инвентарь и обратно подбегаете, берете вот этот вот листик, на коробочку вставляем. Все, отлично, и ключик берем. Так, хорошо, у нас сколько? У нас 3 ключа. 3. Прекрасно. Еще один ключ. Но это не ключ. Это просто лишнее что-то. Значит, ребят, я тупила. Я не обратила внимания, что вот за мольбертом стоит вот это, я не знаю, статуя, бюст. И оказывается, сердечко это было именно для бюста. Вот почему у меня тупняк был. Я там носилась, как угорелая. Думаю, я не понимала. Вот иногда даже я, любительница квестов, не понимаю. Так, ну чего у нас тут в рейтинге? Давайте посмотрим. Сейчас посмотрим, буду я первая или не буду. А, да! То есть за 3 квеста я стала первой. Так, ну что, ребята, в принципе, квест интересный. А если будет больше 3 раз какие-то новинки, это будет еще лучше. Ну что ж, большое спасибо, что вы посмотрели этот выпуск. Всех люблю, целую, обнимаю, обожаю.
И всем пока-пока! М-м-м.